Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Сегодня у нас 17.02.17. -17, магическая цифра, которая поможет вам сегодня в торговле. Так мы себя успокаиваем и настраиваемся, потому что самое главное в торговле ⁇ это психология и положительный настрой. Так, все хорошо со связью. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулиген В Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса инвестиционной академии компании Альпари. Мы обсуждаем евро-доллар, фунт-доллар, фьючер золото работаем по стратегии Ласкис, которая помогает нам быть счастливыми людьми. И вот как раз мы сегодня поговорим о психологии. Дело в том, что вчера, во время утреннего семинарчика, мы определили одинаковое движение по всем трем валютным парам. И наша стоп-лоссная неделя вчера закрылась с плюсами. И грамотный money management должен был поставить на этом точку. Дневного обзора не было. Закрылись стейк-профиты по евро-доллару, закрылись стейк-профиты по фунт-доллару, закрылись стейк-профиты по золоту. И дальше наших стейк-профитов актив не пошел. Таким образом, значит, вторая половина дня у трейдера была напрасным прожиганием своего зрения. Тейк-профиты были получены, были зафиксированы плюсы, которые поглощают прошлые минусы, которые были у нас на прошлой неделе. Именно так должен был закончить вчера трейдер свой дисциплинированный рабочий день, четверг. Сегодня у нас пятница, а дисциплинированный трейдер в пятницу не торгует, как вы знаете. Но есть отчаянные ребята, которые и в пятницу продолжают торговать, поэтому для них мы сегодня сделаем обзор. Я переключаюсь на экран для того, чтобы посмотреть. Так, стоп-стоп, это не тот экран. Это тот экран, когда не знаешь, как торговать. Вот он, тот экран. Ага, все. И по традиции включаю чат. <coughs> Доброе утро, Караганда, Татарстан. Доброе утро, Киров. Вопросов нету. Балакова. Я уеду до второго. Доброе утро, Красноярск, Магнитогорск, Москва, Оренбург, Санкт-Петербург, Астана, Москва. Доброе утро, Каменск, Уральск, Прохладный. Доброе утро, Прохладный или город Прохладный. Нижний Новгород, доброе утро. Нижний Новгород, Нижний Новгород. Красивейший город, где качаются ноги, потому что ходишь то вниз, то вверх. И Иннокентий сегодня не успел первым написать сообщение. Его опередил Станислав. Доброе утро всем. Заряжаемся энергией и смотрим, что произошло вчера. Мы с вами встречались рано утром и определились, что евро-доллар достал до своего тейка по линейному графику. Мы с вами определились, что фунт-доллар, не достигнув тейка, закрывает опасный коридор вверх и уходит по своей пропорции. И мы с вами определились, что золото тоже не идет к своему тейку, закрывает в пропорцию. И все эти коридорчики, давайте сейчас рассмотрим, они были замечательные, стандартные, классические. Почему? Потому что вчера рынок как раз таки показал, какой должен быть Last kiss. Все три актива пошли тютелька в тютельку к своим тейк-профитам. Евро-доллар пошел тютелька в тютельку к своему тейк-профиту. Сейчас покажу, почему. Фунт-доллар пошел тютелька в тютельку. И золото пошел тютелька в тютельку. Хорош, что трейдер, который забирает тейк и клозы дальше его тейка не уходят. Не уходят. Просто пошли и все. Хороши те коридорчики, где есть предварительная чувствительность каждого уровня. Давайте рассмотрим. Евро-доллар срывается с сигналом, с проколом 161, намеревается пойти на 423, но по дороге чувствует 261, откатывает, пробивает его и чувствует его с обратной стороны. Ну и с легкостью достигает она, кто она, Евро-доллар своего тейк-профита и почему-то здесь в воздухе останавливается. Но мы с вами знаем, что э, самая основная задача в нашей стратегии нужно понять, какой коридор идет кушать. По евро-доллару кушать ходил не этот коридор. Он отдал свои тейк-профиты без единого стоп-лосса. Но воздушная остановка связана с тем, что евро-доллар шел к импульсному коридору и именно его он кормил выглядит это вот таким образом по максималке вытягиваемся вот выход без прокола 161 не касание 76 -го. 161 -го чувствует про от... немножко откатывает пробивает и четко достигает 261 который стоял вот здесь вот. Поэтому мы... Ой, я не буду это трогать. Поэтому мы и видим якобы воздушную остановку после э, основного коридорчика. Но это связано с тем, что э, Take Профит закрывал импульсный коридор, который тютелька в тютельку. Дальше э, назначенного 0.6.744 не пошел. Не пошел. Окей, теперь рассматриваем фунта. У нас с вами была... Uh, точно такая же ситуация, как, как по евро-доллару. Почему точно такая же? Потому что моя бабушка вчера считала всех красивыми. Просто она говорила: Евро-доллар красавчик, фунт-доллар, красавчик, золото тоже красавчик. Вот. Почему? Потому что здесь две полосочки, здесь настоящий адидасовский костюм, ну здесь подделка была. И здесь тоже uh, две полосочки. Но это last kiss сегодняшнего или вчерашнего дня они красавчики. Итак, у них тоже есть, смотрите, предварительная чувствительность 161, но здесь выход был без прокола, потому что окончание э, клоза здесь было, ой, вернее хая здесь было 656, а мы видим здесь цифру 657. Поэтому фиксируемся только на 261 и при обратном движении мы видим четкую чувствительность того же самого 161, который снизу когда-то нас не пускал. Это очень хорошо. Чем а, это хорошо для нас, дело в том, что мы нашли точку, откуда будем считать правильные пропорции. Чем правильнее выход, тем правильнее будущие наши коридорчики, которые мы будем сегодня вытягивать. Окей, okay. и золото делает то же самое. Вышло без проколов 161, отпипсовалось на 161. Здесь были все счастливы, потому что использовали, там, не знаю, сотые, 90е, 80е лоты, которые у которых тейк стоял всего лишь на 12.32.70, они их зафиксировали, но после обеда рынок пошел на пробитие 161, почувствовал его с обратной стороны и четко достиг 12.41. В этот момент дисциплинирный трейдер, а именно тот, кто был всего лишь на утреннем семинаре, и не пришел на дневной, который все равно не состоялся по технической причине, потому что камера почему-то не включилась. Ну вот эта программка XSplit называется, она не включилась, и у нас не было дневного семинара. Вот, но тот, кто утром поставил свои тейки, тот их забрал просто. И не надо было всю ночь сидеть. Подошли, дальше не пошли. Подошли, дальше не пошли. Окей. Как исправилась ситуация по евро-долларам, по фунт-долларам, по золотам, по четырехчасовкам? Давайте посмотрим. Евро-доллар, четырехчасовка, кенгуренок выпрыгнул и достиг своего тейка и выпрыгнул из мамы Кенгу... кенгурихи. Э, об этом был комментарий. Это картинка вчерашнего дня. Внутри сидит кенгуренок. Мама кенгуриха закрыла тему бая, потому что выключила 7.6. Сегодня кенгуренок получил тейк-профит и мама вновь в бае. А что за бай? по четырехчасовке. Хороший бай. С одним стоп-лоссом, без потери авторитета, то есть без клозов ниже соточки, вновь выходим за пределы 100 и рассматриваем четырехчасовку согласно Ласкиса Баевскую. То есть четырехчасовка поддерживает сейчас часовка. Она как раз таки нужна была. Но вчера мы находились вот здесь, ну то есть в те дни. При, после выключения 76 то есть мы находились в таком состоянии, что мы были в цели. То есть у нас резюме а, было по четырехчасовке. Целый а, баи кончились, селы не начались еще. Сегодня у нас резюме такое. Баи начались, селов вообще не было. Селов не было, потому что они должны были начаться после 0.359 клозами ниже этого уровня. Окей, четырехчасовка выровнялась и вновь поддерживает часовку. Мы с вами знаем, что мы можем через каждые полчаса менять решение. То бай, то сел, то сел, то бай. И вот эту картинку я не зря здесь вам а, показывал. Дело в том, что если мы не умеем торговать, то у меня есть такие две косточки, которые я всегда кидаю и говорю, слушай, я не умею торговать, если два бая, значит buy, если два села, значит sell. Если buy сел, значит я сегодня не торгую. Ну, примерно вот таким образом выглядит а, торговля. Я думаю, многие пользуются такими косточками, а, настоящие трейдеры должны такими косточками пользоваться, когда голова перестает думать, вы кидаете косточки и зарабатываете, потому что любая стратегия хороша, потому что на рынке хаос, и если и чем более непонятная ваша стратегия, к примеру, рядом экстрасенс сидит, вы там на кофейне гуще гадаете или еще что-нибудь, тем более она неуязвима для хозяевов рынка, которые ходят и снимают наши стоп-лоссы. Окей, евро-доллар развернулся, 4 часовка фунт-доллар, часовка не находилась никогда в цели без касания 76 вновь находится выше сотого уровня. Единственное, что нам, нас смущает, это фиолетовая линия, мы как будто бы оттестировали, должны пойти на пробитие лоу. То есть мы ренжуем в любом случае по фунтику, поэтому мы и не имеем ничего, но вчера мы по фунтику отыгрались за все прошлое. Видите, чем хороша эта стратегия? Дело в том, что мы накопили, помните, стоп лосы одновременно buy, sell, одновременно buy, sell, накопили. Но при грамотном money management в маленьком, в маленьком коридоре вчерашнего лоскиса мы должны были отыграть все полностью. Просто, я не знаю, там должна была идти 0.16 или 0.28 какая-то лотность, и она должна была идти к своему тейку. А разве не было потери авторитета? Было, была потеря авторитета, Тамара, давным-давно, но мы с вами знаем, что авторитет можно заслужить вновь. То есть авторитет потеряли мы здесь, а вот здесь мы, я имею в виду, что клозов не было. То есть этот коридорчик пока жив здоров. Пока мы не видим клозов ниже, то есть коридор может бороться за свое существование. То есть этот коридорчик можно описать таким образом. Ну да, один раз я там стекло разбил витрину в магазине, получил административный шраф. Все, но сейчас я исправился и хочу устроиться на работу. Вот и хочу работать до ну, до 261 года, до 2261 года. Возьмите меня, пожалуйста, на работу. То, то есть авторитет всегда можно восстановить. Здесь была потеря авторитета. Он не считается надежным этот коридорчик. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, Тамара правильный вопрос задала. То есть мы по нему просто наблюдаем повторный выход в зону бая. Но он не считается надежным, потому что он кривой весь. Да? Самый надежный коридор здесь, как говорит моя бабушка, это просто с горизонтальной линии вы спрашиваете: а кто самый низкий парень на деревне? Вот таким вот голосом бабушкинским. И получаете самый надежный коридор в мире, который уже был на своем 261-м, поэтому никто никому ничего не обязан. Вот в этом коридорчике без потери авторитета было 261. -е. Было, было. Касание стоп-лосса было, у кого-то было, у кого-то не было. Вот здесь вот. Окей. Значит. Это самостоятельное движение, ну где-то там развернулось, пришло вниз, и мы с вами правильно начинаем считать ä, пропорцию, потому что здесь было тоже самостоятельное движение, которое тоже было на 261. -м. И вот на сегодня у нас ситуация ä, такая, что мы начинаем новую жизнь с новыми вытяжками. Сейчас мы на часовке все это посмотрим, то есть максимально четырехчасовка себя чувствует сегодня вот таким образом, то есть выпрыгивает все дальше и дальше в зону бая. Вот, ну, можете рассматривать вот этот коридор, Тамар, потому что если вы, ну, рассматриваете коридоры без потери авторитета, то это для вас будет самый симпатичный, самый симпатичный. Единственное, сейчас подскажу маленькую подсказочку, да, для тех, кто увлекается данной стратегией, смотрите, этот красавчик был на своем 261, да, но почему-то мы идем в воздух, значит, работаем здесь, пока никуда не вытягиваемся. То есть есть ребята, которые уже вот так вытянулись, но он не обязан ходить, пока вот эти вот ребята не отработают свой 261 хотя бы по линейному графику. Вот ближайшая цель по четырехчасовке на ближайшее будущее это 0,756. Окей, okay, правильно говорит Владимир. Продолжающий коридор, самый выгодный коридор в данной ситуации. Потому что не нет продолжающего здесь нету, Владимир. Вытягивающий коридор здесь есть. Вот смотрите, в чем разница. Многие спрашивают, а где работать, продолжающим или вытягиваем? Конечно, в вытягивающем, ой, вернее, в продолжающем лучше, потому что стоп-лосс и меньше. Но здесь нет продолжающего коридорчика. Почему? Потому что мы видим бескоррекционное движение вверх. Это четырехчасовка. Вот. А продолжающий коридорчик у нас есть, скорее всего, по часовочке. Вот, выглядят они вот таким образом. Ну, давайте все это удалим, скажем, спасибо тебе, евро-доллар, за то, что ты вчера после утреннего обзора дисциплинированному трейдеру отдало тейк два раза. То есть вот так вот отдало, потом трейдер вот здесь получил, думает, ну, что ему делать, может ему еще там поймать несколько пунктов. Да, можно, вытянулся, поймал еще несколько пунктов. Вот такая вот, такая вот сработала а, система. Теперь Владимир вытягивается... По продолжающему коридору выглядит он вот таким образом. То есть последний, самый короткий стоп-лосс в мире и, короче, него ничего не будет, будет только здесь. Но коридорчик не красавчик. Вот бабушка рядом сидит, подсказывает, потому что сотый уровень предварительной чувствительности не было. А с чем это связано? Дело в том, что, скорее всего, предварительная чувствительность была по линейному графику. Давайте проверим. И линейный график уже двигается по своим делам. Вот Выглядит это вот таким образом. Бумс, 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 бумс. Да, чувствительность 161 есть в линейном графике. Нам осталось двигаться здесь до 0.6927. Действующий самый короткий стоп-лосс в мире на сейчас, на сейчас это стоп-лосс 0.664 с целью 0.692. Это для тех, кто совсем боится рынка Форекс. Ваша сделка выглядит примерно таким образом. Здесь нету вытяжки, ну вернее, продолжения, потому что нет хорошей коррекции. Вот когда нарисуется вот такая хорошая коррекция и вновь будет выход, вот тогда Владимир будет участвовать в продолжающем коридоре. Я же на сегодня определюсь вот таким образом, и на будущее я думаю, что у вас тоже останется в памяти эта мысль: что если мы брали тейк здесь, помните, Казань брал, Астрахань брал только шпака не брал, да. То есть, смотрите, Казань мы вчера взяли. Как мы ее взяли? Вот выход был и 423. Окей, Астрахань брали? Астрахань тоже взяли. Вышли и забрали. Окей, значит, просто я вот так вот горизонталку вот сюда вывожу и ищу следующий обрыв одноцвета. Оп. По, вот здесь. Потом я смотрю и говорю, так, здесь воздушная остановка, мне это не нравится. Почему? Потому что чувствительность 161 должна быть. Окей, okay. перехожу на линейный график, перепроверяю. А может быть по линейному была чувствительность? Так, перетягиваюсь, включаю. Нет, не было. Ага, ну значит этот коридорчик, он не рабочий на самом деле. Не рабочий. Поэтому, ну вот здесь я вам нарисовал правильную картинку сегодняшнего дня. Выглядит она вот таким образом, смотрите. То есть Вообще, это все я должен был рассказывать 21 февраля, но сегодня из-за того, что настроение хорошее, все тейки закрылись, белая рубашка, очки, галстук, все это связано с тем, что все минусы, все минусы были вчера перекрыты, и э, поэтому дневной семинар не состоялся, может быть, потому что, ну, уже была техническая причина, на самом деле, вот, поэтому смотрите. На сегодня ситуация такая. Раз уж мы видим 261 и другие уровни не подходят чувствительностью к своим 161 там, и другим, значит мы остаемся пока что здесь, растягиваем армянский коридорчик и пытаем свою счастье. Потому что самый правильный 261 развернет, а вымышленный какой-то неправильный 261, он будет где-то в воздухе ждать бессмысленного тейка. Разобрались? Разобрались. Поэтому моя ситуация на сегодня вот такая. С хорошим настроением. Первый тейк, вытяжка тейк. 261 есть? Есть. Опасный коридорчик есть? Да. В опасном коридорчике теряли авторитет? Нет. Ну, дай-ка я тогда сегодня в нем посижу, потому что моя основная задача сегодня – сберечь и не заходить на рынок вчерашние тейк-профиты, которые поглотили все минусы прошлой недели. Окей, все, бережем капитал, пересчитываем money management и начинаем опять-таки с минимальной лотностью следить за вот этим коридорчиком. Просто начинаю следить. Владимир начнет работать вот здесь при пробитии клозами, и перетянет свой Fibonacci вот таким образом и будет говорить, это продолжающая Fibonacci. И все, и начнет свои тейки вверх забирать. Разобрались, я остаюсь здесь уже поясню, еще раз поясню, почему. Потому что я не вижу четко чувствительность 161, воздушная остановка. Значит, остаюсь в правильном коридоре с хорошей чувствительностью 261. Это тема 21 февраля. Я вас в очередной раз приглашаю на семинар, который состоится в 10.00. И он состоится для тех, кто пополнял счет в феврале в компании Альпари на тысячу и выше. И тогда он смотрит этот семинар бесплатно. И в марте он торгует уже как... Ну, как кто? Ну, примерно как. Ну, ну не знаю, как кто-нибудь. Окей. Okay, разобрались. То есть ситуация на сейчас это армянский коридорчик, и евро-доллар продолжает вытягиваться. Но неправильная у него идет чувствительность. Верну все на место. По евро-доллару. Сейчас подождите. Ну, здесь дисциплину будем соблюдать. Магнитик исчез. Сейчас, секундочку. Раз. Раз, два, три. Вот так вот вытягиваюсь. Говорю, что здесь неправильно, поэтому слежу за армянским коридорчиком. Окей? Okay. Окей, все, разобрались. Сергей, если вы пополнили счет, то кликаем заявку. Заявка не зарегистрирована. Нет, смотрите, зарегистрирована. Если вы нажали на зеленую кнопочку и компьютер вам ответил, пополните счет, но вы при этом заполняли там свои данные, я такой-то, такой-то, живу там-то, там то-то, то-то, там, то -то, то -то, там. А, и тогда все. То есть, если вам компьютер ответил, пополните счет. А, он пишет вот так, ваша заявка принята, пополните счет. Ну и сидит ну, человек в недоумении думает как заявка принята пополнить я же его пополнил ну и все самое главное что вы его пополнили окей следующая валютная пара фунт доллар значит смотрите как себя чувствует здесь вытянулись давайте будем искать правильную пропорцию здесь были правильные пропорции да были можем вытянуться до следующего Одноцвета. Так, здесь были во, вот здесь были правильные пропорции. Вот этот коридорчик будет работать. Вы уже заметили, вот бабушка меня прям подпинывает и говорит: смотри, здесь 161 чувствуется, да, сотка чувствуется, да. Дала возможность добавиться. Дала, вот он, take profit, который еще не исполнился. Мы его используем в продолжении то есть фунт-доллар бай. Здесь рисуем трендовую линию, которая помогает нам верить в этот бай, вот, и помогает видеть, что мы сейчас пока что не справились с фиолетовой линией. Вот так вот выглядит ваше будущее. Мы эти фиолетовые специально рисуем для самомотивации. Они на самом деле неправильные, потому что наклонных уровней в природе не существует. Но вы этими наклонными линиями мотивируете себя. Вы говорите, я супер трейдер. Я ухожу в бай, но мне мешается фиолетовая линия. И когда фиолетовая линия мешается, на втором экране у вас нарисован армянский коридорчик, и выглядит он вот таким образом. Коридорчик против коридорчика. Этот вытянулся, идет к своему 261, -му. этот, если стрельнет, пойдет к своему 261. -му. И тогда начнется картина э, противоположных сделок, которую мы не любим. Но, как вы поняли, она все равно приходит, э, ну как сказать к положительному результату, если у вас с money management порядок. К примеру, если у вас 100 тысяч долларов, то первая сделка у вас все равно должна быть 001. Для чего? Для того, чтобы вы себя в грудь били и говорили, я никогда не нарушаю money management, поэтому Форекс для меня лишь одно удовольствие. И все. Окей, okay, разобрались. Армянский коридорчик по фун-доллару сел, смотрит. Фунт-доллар вытянулся красиво, потому что у него есть предварительные чувствительности всех уровней. После вчерашних тейков продолжаю покупать фунт-доллара. Окей, okay, следующая валютная пара вчера также заслуженно отдала нам тейк. Почему заслуженно? Потому что мы же терпеливые трейдеры, мы ä, правильно работаем, вытягиваемся, получили тейк-профит. Окей, okay, значит, все так, все хорошо. Здесь была чувствительность, была все правильно. Пропорция вроде правильно развивается. Теперь. Просто нахожу следующую черненькую свечку. Так, dense dense здесь нет пропорции э, чувствительности. Dense dense здесь более-менее есть, по-моему, чувствительность. И dense dense здесь тоже нет чувствительности. Давайте останемся там, где более-менее есть. Более-менее есть. Но с чем связано это более-менее есть? С тем, что вроде бы как бы запрыгиваем на 161 и его уже используем для э, следующих прыжков. Вот. Остаюсь в коридоре, где более-менее есть. Сегодня у нас как раз та тема «вытягивайся там, где ты считаешь правильным, но не вытягивайся там, где нет вообще никакой чувствительности». Правильно говорите, Павел. Вообще работайте без кредитного плеча. Это самый лучший Форекс. Это когда вы работаете без кредитного плеча, бегаете в обменный пункт сегодня, завтра еще раз побежали, послезавтра опять в обменный пункт. После... Почему это? Потому что вы работаете реально на свои деньги без кредитного плеча и реально можно зарабатывать на самом деле. То есть Купил доллары по дешевке, продал через неделю подороже. Попал случайно в девальвацию с долларами, разбогател, купил себе две яхты, две виллы. Там, да, потому что случайно в этот момент купил доллары. А, можно, да. То есть, если вы пополните счет Иван, то вы вновь попадете на новый свежепригнанный семинар, а, у которого в этом месяце будут новые секреты. Новые, прям новейшие. Навеши секреты которые а, помогут вам а, легче находить коридорчики. Для чего я секретничаю? Для того, чтобы просто человек э, ну, понимал, что эта стратегия модифицируется. Модифицируется для того, чтобы мы получали меньше стоп-лоссов, больше счастья и так, далее, и так далее. Разобрались. Вытянулись здесь и на втором экране у нас есть армянский коридорчик. А, подождите, по золоту. Вот он, армянский коридорчик. Выглядит он таким образом. Ну, здесь я картинку для вас уже приготовил. Вот, армянский коридорчик выглядит вот таким образом. А, и коридорчик я выбрал другой немножко, с хорошей чувствительностью. А дело в том, что я его выбрал линейный, смотрите. Если вы возьмете линейный по золоту, вы увидите четкое касание 161. Вот в этом коридорчике я останусь по линейному. Видите, здесь хорошее 161. Мне самое главное, чтобы клозы не торчали, где попало. Окей. И армянский коридорчик, который борется э, против... Бая – это вот эти вот парни, вы их видите, но бабушка моя говорит, что они некрасивые. Он говорит, ну они не так уж красивые, потому что не так уж высокие, не так уж симпатичные и т.д. и т.п. Ну и бабушки виднее. Разобрались. Резюме на сегодня. Евро-доллар продолжая покупать, вытягиваясь в коридоре, у которого есть чувствительность. Фонд-доллар продолжая покупать, вытягиваясь в коридоре, у которого есть чувствительность. Подождите, а как мы по евро-доллару вытянулись? Я забыл. Ну, сейчас вспомним. О, вот. И по золоту вытягиваюсь в коридоре, в котором есть чувствительность. Смотрите, какой здесь коридорчик. Неправильно я взял коридорчик. Вот. Возьмем острие в острие э, Растянем за максимальное острие в острие Получим четкий 161. Именно в этом коридоре она сегодня осталась. Вот. Это сейчас работает новейший секрет э, последнего месяца. Последнего месяца. Раз, два, три, четыре. Вытянулись, подтянулись. И поставили тейк профит на сегодня. Но против нашего бая всегда есть противошорстные селы. Об этом нужно помнить. Окей, теперь давайте пройдемся по нашим красавчикам. А, нефть достигла тейк профита, который мы назначили. А, и нефтяные магнаты были в шоке, когда мы предсказали им 55.41. И этот 55.41 зак закрылся без клозов, без клозов. Посчитаем, сколько здесь было стоп-лоссов. Вышли, нету вышли take profit. То есть один стоп лосс, второй take profit. Исполнилась эта цена? Да, исполнилась. Куда двигается нефть дальше? Давайте удалим, посмотрим, скажем, спасибо тебе нефть, что ты двигаешься. Растянем классику Fibonacci для того, чтобы понимать вообще в каком состоянии находится. И понимаем, что здесь может быть бай, потому что коррекция настоящая не должна быть более 61%. И этот э, коррекционный вариант соблюдается сейчас. Но единственное, что здесь минус, то что его предыдущая волна, ну, на которую мы растягиваем Фибоначчи не является импульсной по отношению к предыдущей. Понятно, да? Потому что по отношению к предыдущей она сама является коррекционной волной а, с неправильной пропорцией 61 выше, чем 61. Окей, поэтому формируется ренч преимущественно баевский. Почему? Потому что здесь было нарушение, аж до 76 прыгнули а сама это ну не является импульсом, поэтому здесь классику мы не можем наблюдать. какой вариант у нас э, самый лучший? вот бабушка подпинывает и говорит, здесь же есть самый красивый парень вчерашнего дня который дотягивался до тейка вот он выглядит неплохо в принципе он может быть в будущем каким-то там ложным проколом возврат в фиолетовую уже есть поэтому можем рассматривать будущий бай я оставлю эту фибоначчи а, и будем ее разгля разглядывать а, на следующих семинарах О, так Какое резюме по нефти? Баев нету, целов нету. Просто отдыхаем, просто отдыхаем, ничего не делаем. Байев нету, целых нету. Российский рубль, смотрите, достиг нашего назначенного take профита и Центральный Банк России в принципе уже, наверное, смотрит наши обзоры, потому что 57.11 мы прогнозировали аж на 10 февраля, когда цена была 58,56. Мы прогнозировали 57.11 и оно исполнилось. И посмотрите, как ведет себя цена по отношению к нашему 57.11. Есть чувствительность, да, здесь не считается это аппеницит, есть чувствительность, да. И именно 5711 отправляет пару доллар рубль в небеса для того, чтобы а, она двигалась в восходящем тренде. У нас есть здесь два коридорчика, один из них называется гэп готовый коридор, open Close, close, open. То есть по нему мы двигаемся сегодня до, я не знаю здесь, а вот до сюда до 58, 17. И второй коридор, который закроется через несколько, ну, а уже закрылся. И второй коридорчик уже закрылся вот таким образом. То есть есть два тейка я их обозначу по российскому рублю. Они оба у нас находятся вверху. То есть немножко рубль ослабнет по отношению. К американской валюте и тейки выглядят таким образом это дальний тейк это ближний тейк ближний тейк находится аж на вот здесь. То есть совсем коротко. Давайте просто понаблюдаем, потому что мы же э, тестируем э, эту стратегию на всех непонятных валютах. А пара дол, э, доллар-рубль это непонятная валюта, потому что у нее не хватает свечей. То там зуб выбили, то здесь вы, зуб выбили. Ну, просто будем смотреть, как отработает 58.17, как отработает 58.91 и сколько там будет стоп Окей. Okay, то есть это в бай уже идет давным-давно. Следующая валюта популярная, доллар-канада продолжает путь к своему тейк профиту назначенному мы не меняли свое решение по отношению buy sell просто идем sell почему потому что это а, а, не основные валютные пары и по ним противоход лучше не вставать а добивать просто вот эти длинные разноцветы то есть здесь были противоходы раз противоход два противоход в данный момент по доллар-канаде идет противоход вот но Основное направление доллара Канады это идет, вот он, бай уже есть с хорошей чувствительностью 161. Бай uh, идет сегодня до 31.32, 31, но основной прищуренным глазом смотрящий тренд, он идет к своей основной цели после пробития фиолетовой. И выглядит это вот так замечательно, красиво и uh, в Канаде сейчас никто не знает, что цена будет 1.2947, а вы знаете. Вы можете, в принципе, позвонить в Канаду, если у вас там есть знакомый, сказать, у вас скоро будет 12947, там стоит мой 261. Вот. И таким образом, может быть, вы спасете жизнь какому-нибудь канадцу, к примеру. Разобрались. Австралиец доллар тоже двигается по своим делам. Фиолетовая мешает ему просто расстаться. То есть она прилипла к нему и говорит, фиолетовая. Австралиец говорит, я не могу без тебя, не бросай меня и так далее. И австралиец прилип к фиолетовой, но двигается он в одноцвете, в красивом бабушкином коридоре с потерянным авторитетом в зоне бая. И согласно W-образной дуги, по башке ударенной два раза, помните, у нас была такая кривосогнутая, ударенная два раза, сбоку, по, сбоку ну еще что-то там с ней произошло, мы по этой дуге находимся в зоне бая. Вот смотрите, прищуренным глазом это очень хорошо видно. То есть австралиец дорожает по отношению к доллару дорожает. И цель ближайшая известна. Окей. Okay. У австралийца есть противоходы, они сейчас в некрасивых значениях, то есть, ну, грубо говоря, это не красавчик, это не красавчик, потому что вот это вот все накопление связано с любовью к фиолетовой, с любовью к фиолетовой. Окей, okay. разобрались с австралийцем. В основном бай находится, есть некрасивый противоход, в который можно, в принципе, игнорировать. Ничего страшного, что вы игнорировали некрасивый противоход. Когда-нибудь противоход станет красивым. Если по свече хай было всего на 1 пипс ниже 161, если посчитать плавающий спред, можно считать? Нет, нельзя считать. По действующим. То есть вот написано, смотрите, Павел, 77, 235. Если у меня хай свечи 77, 234, я никакие спреды там не придумываю. Я говорю, ой, прокола не было. Почему? Потому что чем проще стратегия без усложнений там, тригонометрических каких-то функций и а, каких-то космоэнергетических влияний, тем, тем просто проще вам будет вложить эти американские доллары себе в кошелек. И все. Разобрались. Новозеландец доллар двигается по своим делам в самом красивом, самом рейтинговом коридоре в истории человечества, который называется свеча в свече. Вот. Уже чувствует 161 тем, что он на нем танцует лезгинку сначала сверху, потом снизу. Вот. Может сносить стоп-лоссы без проблем, но этот коридор добиваться будет до посинения, потому что он ни разу авторитета не терял. Разобрались. Фунт иена, смотрите, идет в основном бай, дошла до 261 росу, рисует здесь не красоту, не красоту. И в итоге появляется красавчик бабушкин, свеча в свече, выпрыгивает и достигает своего 261 -го. Вот как в некрасоте вдруг внезапно начинают появляться красавчики. Понятно, да? То есть свеча в свече это выпрыгнул, запрыгнул назад. О, японцы говорят, что это поглощение. Китайцы говорят, что это еще что-то. А мы с вами говорим, что это свеча в свече. Рейтинговый коридор со своим 261 в противоход сыграл. Многие по фунт уже вытянулись и наблюдают какие-то там точные касания 161 вот таким образом. Многие выпрыгнули, ну, уже растянулись там каким-то другим образом. Мы же с вами пока не вытягиваемся. А, сейчас я покажу. Оставляем 261 и смотрим за другими красавчиками, которые будут отправляться либо в бай, либо в сел. Поэтому по фунтене можно все это удалить, всю эту красоту и сказать, а кто был самый низкий парень а, за, на последней неделе? Ага, вот он, самый низкий парень. Ну-ка, прищурим глаз. Это он. Да, а подождите сейчас секундочку. А его лоу здесь переплевывался? Нет. А, ну вот, вот, вот этот коридорчик. А вот этот коридорчик с потерей авторитета указывает нам на то, что фунт иена находится нигде, то есть в рейнже. Разобрались, поняли, да, как вот в рейнже разобраться? То есть найти парня, у ко которого действительно, у которого действительно не было клозов и была хорошая чувствительность 161. Потому что рейндж это 161 может быть, а 261 пока что нет. Мы считаем этот вариант рейнджем. И второй вариант рейндж можно считать вот таким. Видите, он некрасивый потому что у него воздушные остановки, поэтому вот, вот такой рейндж будет красавчик. Окей. Okay. То есть фунт иена не торгуем пока что никуда. Нам что нужно? Нам нужно красивых парней вниз или красивых парней вверх и возврат. Вот тогда мы начнем счастливую новую фунт иеновскую жизнь. Окей, и доллар иена двигается к своим тейк профитам еще чуть-чуть и доллар иена отдаст 112. По линейному графику доллар иена счастливчиком вчера отдала тейк профит, выглядело это таким образом. Линейный график сработал и люди вчера вечером пошли домой с полными карманами пирожных. Вот и все. А мороженое будет сегодня по 112. Вчера было по 113, сегодня по 112. Разобрались. Спасибо за внимание всем. Евро-доллар продолжаю покупать, фунт-доллар продолжаю покупать, но знаю, где армянские коридорчики находятся. И золото продолжаю покупать, знаю, где находятся армянские коридорчики. Ищите правильные пропорции, смотрите, чтобы были чувствительности 161. И тогда вам будет легче справляться с самым жестоким рынком на свете, у которого самое большое огромное плечо 1 к 1000, которое может за одну секунду вас сделать счастливым. И за одну секунду сделать несчастным. Будьте осторожны, торгуйте, наслаждайтесь и, самое главное, соблюдайте money management. До свидания.